Здравствуйте, дорогие друзья. Вопросы в Фейсбуке каббалисту Михаилу Лайтману. Здрасте. Вопрос очень простой, короткий. Что такое вера? Вера – это очень особое свойство, которое обретает каббалист и только каббалист в результате своих занятий в определенных условиях. Это в группе, в которой каждый занимается аннулированием себя относительно группы и при этом вызывает на себя воздействие особой силы природы, которая называется окружающий свет, ор-макив, свет, возвращающий к источнику, так называемый, делающий человека подобным Творцу. Поэтому сказано, я создал эгоизм, и я создал Тору, то есть Тора – это свет, потому что свет в ней возвращает к источнику, к Творцу. В этом все предназначение Торы. То есть в группе мы добавляем еще и книги. То есть группа должна быть, состоять из 10 членов желательно и работающих по определенным условиям между собой для того, чтобы взаимно аннулировать себя и привлечь на себя, кроме этого, еще и высший свет. Когда мы это все пытаемся реализовать, мы начинаем ощущать изменения в себе, в желаниях и в разуме. То есть, как говорится, в сердце и в голове. И это дает нам возможность перестроить свою систему опознавания, ощущения, раскрытия природы, окружающего мира. Это и есть задача каббалы. И что я тогда называю верой? И тогда я называю верой то свойство отдачи, которое я обретаю в группе под воздействием высшего света. То есть вера – это не закрыть глаза и верить. Вера – это, наоборот, раскрыть глаза и видеть. И проверить, да? Да. Обратное тому, что думает народ. То есть если вам говорят «верить», вот вам вы не верите. То есть вы вам скажете, вы верите? Нет, когда, когда мне любой человек, не каббалист, говорит, что он верующий, ну, я молчу. Когда он спрашивает меня, я молчу тоже. Но если уж он очень спрашивает, я говорю, что я не верующий. Потому что совсем другое понятие веры в каббале, как вообще все понятия, все определения каббалистические и обычного, житейские или религиозные, они все, я бы сказал, противоположные.